Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Мы продолжаем с вами прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. И сейчас пришли, короче, в лагерь Нильфгарда искать нашу подругу, боевую Йеннифер. А тут, смотрю, солдаты тренируются, отжимаются. А ну-ка. Чё, сколько раз? Сколько тянешь? До конца, сука, давай. До конца, я не вижу, что ты до конца. Что это такое, как это называется, блядь. На мой носок. Нюхай носок и нормально отжимайся. Давай. Давай, 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 правильно, молоток, молотчик, красава, ты чё, что ты-то халтуришь, чё ты рогатый халтуришь, шлем сними, а нет, в шлеме лучше отжимайся, так тяжелее. Хорош. Чувак, ты смотри давай, вышкаливай их, а то сам он, смотрю, тоже что-то какой-то хиляк. Пузо вывалил, не, вроде пуза нет, хорошо, ладно, отжимайтесь. Командир дома, да? Сейчас пойду посмотрю. Нильфгардский гарнизон, давайте почитаем, что это вообще за локация такая, куда мы с вами попали. Переправа в Белом саду является важным стратегическим объектом и охраняется Нильфгардским гарнизоном. Все? Это все? Четко и ясно. А что еще надо? Все по-военному. Так, ребят. Нам, походу, туда наверх, да, я так понимаю. Давайте пока посмотрим, что тут внизу. Это типа торговец, нет? Нильфгардский посланец. Нет, это не торговец. Посланец, а кого ты послал? Так, тут у нас, я смотрю, солдаты расквартированы. Здесь у нас шматье какое-то, да, лежит? Но, скорее всего, опять же, короче, если я попытаюсь это шматье стыбзить и себе зажать, то... Что, не реагирует, не? Сука, бляха-муха! Да твою мать, Геральт, вали лучше! А почему же игра не предупредила меня, что... Ай, когда я только руку туда протянул, почему игра не сказала, что, сука, не воруй? Иди в жопу. Идите в жопу. А теперь они же будут за мной гнаться, как псы бешеные, понимаешь? Они будут за мной гнаться до самого посинения. Вот и как с ними воевать? Вот как? Они ж... Ага. Да нихера мы тут не навоюем, чуваки. Надо валить. Надо полюбасу валить. Давай, лучше меч спрячь. И просто сваливай. Нет, хана, пускай они возвращаются домой. Не возвращайтесь домой, ребята. Куда это я вообще в топе какие-то забежал из-за вас? Тупо какие-то топи, болото, хрен его знает, что тут всякая гидота. Я ж хотел просто поговорить, блядь, о Йеннифер. Все, больше мне от вас нихера не надо. Блин, сейчас каких-то волков еще напарюсь, нет? Нет, не напарюсь, ладно. Пошли назад. Я помню, когда я играл раньше еще до записи, то сразу, как только ты, короче, протягиваешь руку к какому-нибудь не твоему товару... О, тихо, это мое. Это уже, походу, мое. Нихера нет. Идите в жопу. Вот. Как только ты протягивал руку к какому-нибудь там товару, в какую-нибудь сумку, которая находится под охраной, тебе игра сразу предупреждала. Если ты сейчас нажмешь пробел, то стражники сразу за тобой будут гнаться. Почему здесь не предупредили? Почему тут игра меня предупредила, типа, когда я уже своровал? Конечно, блядь, я своровал, ребят. Вы меня не узнаете? Нет, никак. Память плохая. Ну, хорошо, мне это на руку даже. Почему здесь? Как только я уже взял, игра такая... Ой, чувак, не надо было брать все-таки. Не надо было брать. Вот я подумал, а тут все-таки не надо. Потому что сейчас стражники тебе будут ломить пиздюлей. Почему, блин, так все тупо запоздало, ну? Я, честно говоря, думал, они типа не против, что я там позаимствую что-нибудь. Ведьмакам же ж как? Ведьмакам надо помогать. Ведьмакам, типа, ж, им же ж в странствиях своих... куда ты на меня сено-то лепишь? Ты что, издеваешься, что ли? Все надо мной тут издеваются. Ведьмакам в странствиях пригождается все. Как я буду вас, собаки, защищать, если вы не будете мне давать пользоваться тем, что у вас тут есть? А ну, подожди, а о том, что... Я опять сейчас, походу, сворую, да? И будет очень плохо все. Вот смотри, вот я, вот раз, арены. Не знаю, давайте сохранимся, подожди. Вроде ж как игра не предупреждает. Сохраночка, тихо. Арены, да? Вот взял. Хоп. Не палите? Ах, ну и не палите. Да идите вы в жж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 
Понимаешь, мать твою, что происходит? Блять, тут походу все солдаты на меня ополчились. А ну стоп. А ну стоп. А ну брасом давай.
Брасом, кролем, пидорасом. Вот туда. Вот туда, к месту интереса. Они пока обо мне забудут, а я заодно исследую то, что там находится. Потому что, блин, ну капец, тут... Нельзя просто брать чужое, то, что под присмотром. Реально, то, что под присмотром стражи, брать вообще никак нельзя. Военные трофеи. Ну, хоть здесь трофеи я сворую, и никто не будет против, надеюсь. Разве что утопцы. Ну, утопцы, они-то уровня 5-4, а не как эти чмыри 15 сразу, или какого там они. Так. Где военные, мать, это трофеи? А, о, вижу. Хорошо. Взять. Меч Марибора и Флорены. Это все? Это я вот за этим сюда вот лез? За сраным мечом Марибор. О, красноперочки или что-то, или то окуньки. Нифига себе, тут можно как-то рыбу ловить, нет? Руками сразу. Лещей. Тут можно только лещей давать кому-нибудь. А ловить лещей нельзя, к сожалению. Ладно, короче, поплыли к берегу. Взяли меч Марибора, сейчас посмотрим, что это за меч. Можно ли им сражаться или только в жопе ковыряться. Так, а что здесь? Черный порошок, стальная пластина, шкура, свиная шкура. Значит, слышь, это просто шкура. Шкура это типа, ах ты, сука, шкура. А это свиная шкура, именно то, что тебе надо для ремесла. Шкура это мат. Шкура это плохое слово. Ладно. Пошли. Сейчас посмотрим, что за мечик мы взяли. Мечик, мечик. В вашем рюкзаке есть масло для меча. Смажьте им клинок. Смажь себе свое очко. Я буду мазать клинок только когда мне это будет надо, а не сейчас. Да я знаю, что тут есть масло. Перетащите масло в ячейку для стального или серебряного меча. Сюда, что ли? Карманы. Как, вот так вот, что ли? А, нет, только на меч. Так а зачем мне сейчас мазать меч против трупоедов маслом, если мне как бы пока трупоедов тут я не вижу? Я могу только бомбу сюда переместить, чтобы она мне как бы была в ячейке для быстрого использования, быстрого реагирования, да? А ну-ка, меч Марибора, 32-26, а у меня 33. Урон плюс 1, плюс, короче... Ну, у меча Марибора зато, смотри, плюс 22% к пробитию доспеха. А у меня плюс 3 шанса крита и плюс 2 шанса вызвать кровотечение. Да пошло, ну, тогда меч этот Марибора, я лучше его продам. С кому-нибудь спихну. Доспехи, ребят, я и так буду пробивать. Когда я прокачаю свое умение, бой на мечах, тогда будет все шикарно. Так, ребят, вы меня забыли уже, да? Отжимайтесь, я пока дуванчиком посрываю. Вы же не против, да? Я думаю, сейчас еще и цветы скажут, не воруй. Будешь рвать цветы, тоже будем нападать. Все, наконец-то нам надо фигачить именно по заданию. Пошли. А то давненько мы уже как-то тут ничего не исследовали, связанное с основным квестом. Постоянно только шарились, выполняли побочки. Да, Эстуата, МНМ, МНМ. Хорошо, я тебя понял. Нам ход сюда, да? Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Так само сказал, как будто, знаешь, нахер или в баню пойди. Не хочу я в башню. То, что ты сказал, блядь, я должен идти, куда ты сказал, хера. Я не буду тебя слушаться. Если Нильгард считает, что все должны ему повиноваться, то я покажу пример, как этого делать нельзя. Не будь безрассудным. О, а вот тут предупреждают, видишь, тут сразу предупреждают. Аж трубу кинул. А теперь возьми трубу и засунь себе ее в жопу. А, у тебя вторая есть? Нифига, у него запасная труба. Ладно, а как тут прыгать-то? А ну тихо. Оп! А то, слышь, такой раскомандовался. В башню, мол, иди. Опа, цендарийский гамбизон. Хорошо, взял. А на ту сторону, я так понимаю, не допрыгну, да? Так. Ну вот там вот я где-то плавал же, искал эти спрятанные сокровища. А нет, вот там он. Там он чмыри отжимаются. А что за цедарийский гамбизончик-то такой, а? Давайте-ка посмотрим. 20 броньки, у меня 30. Плюс 7 сопротивления колющим ударам, у меня плюс 9. А, фигня.
Разве что можно посмотреть, как она на мне будет смотреться. Как-то оно меня полнит. Не хочу такое одевать. Что-то как-то вообще некрасиво. Поэтому давайте вернемся к своему привычному ведьмачьему доспеху. Все, а теперь... Блять, сука, теперь я упал. Спадла, Геральт. Ты меня просто удивляешь. Ты поражаешь меня, понимаешь? Поражаешь. Дубль 2. А теперь иду в башню, потому что я так решил, а не потому что я опять, блядь, упал, сука. Ёб твою мать, да что ж такое? Так, а теперь я опять иду в башню, потому что не вы так сказали, а потому что я так решил. На, хорош. Вот, теперь Геральт молодчик. Подожди, так давайте снимем пока этот гамбизон, потому что нафига он мне надо. Так, хорошо, все. Пропускаете, да? Ладно, погнали. Фига себе, у вас тут крапива растет. А хотите, я крапивой вас отстегаю, нет? Ладно. Это слишком пошло. Оп, гарнизончик. Неплохо тут у вас, ребята. Где главный? Не кашляет, солдафон. Че тут у вас ценного, а? Нильфы. Здрасте. Ну? Че, ну? А вы тут что? Тут явно не главные, это рядовые. Это салаги. Чё ты акаешь-то? На службе херово. Это какой-то пидороватый немножко. А этот, походу, разведчик, что-то там высматривает. Кого-то там высматривает, соседку свою? Как купается, не? Точила. Там он какой-то кузнец. А дуванчики, надеюсь, меня за это не штрафуют. Нет, не штрафовали. Реквизировать часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Но солдат тоже человек. Ему надо есть, правда? Так точно, ваше превосходительство. Так точно, так точно. Ремесленники. Ремесленники могут изготовить для вас самые разнообразные предметы. Конечно, не совсем бесплатно. Кузнецы куют оружие, бронники делают доспехи. Короче, если вы найдете чертеж, отнесите его ремесленнику, соответствующей специальностью и уровнем мастерства, чтобы он изготовил для вас соответствующий предмет. Так это мы уже, по-моему, читали. Вот, короче, это ремесленник. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Ты драчун. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, рукам, скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. Так я подрос уже, а что ты не узнаешь? В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона. Я могу сидеть сложа руки или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи.
тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Ты впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Блять. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Ну окей. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эзон Яктон. Яктон, Яктон. Я ни хера не понял, что ты сказал. Вы можете отслеживать задание только одну задачу, да? Хорошо. Выполнить заказ на Грифона. Спросить охотника, где он нашел тела. Бестия из Белого Сада. Задание у нас появилось. Давайте его почитаем. Бестия из Белого Сада. Рекомендуемый уровень 3. А у нас пока первый. Ладно. Комендант Нильгардского гарнизона в Белом Саду знал, где искать Йеннифер, но не собирался делиться сведениями за даром. Бывалый офицер сразу же понял, что Геральт пойдет на все, чтобы отыскать чародейку. А так случилось, что неподалеку от деревни завелся Грифон, с которым простые солдаты справиться не могли. Нетрудно догадаться, каким было предложение коменданта. Голова чудища в обмен на помощь. Вот, комендант, за что я тебя уважаю? На, без света не читай. За что я тебя уважаю, что ты, парень, командуешь здешним гарнизоном и уже знаешь все об этой местности. Знаешь, где искать этого Мыслова, знаешь, где искать Тамиру, кого как зовут, короче, все выучил, эту местность, которой ты руководишь. Вот это настоящий, я понимаю, руководитель. Именно вот тот, кто надо на своем посту, как говорится, человек. Поэтому за такой порядок я тебя, конечно же, уважаю. Хоть ты и черный, хоть ты и не нильфгардец, но свое дело знаешь. А это плюс, большой плюс. Посмотрим, знает ли свое дело этот квартирмейстер. Привет. Что это у тебя за трава растет? Вербена? Окей, чтоб не нюхал. Пароль. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Ну вот смотри, какой это именно жучара. Жук, блин, своего тупо реально не упускает. Вы хотите что купить, короче? И так бы задрачил меня 5 раз, пока бы я не согласился. Ну давай, показывай. Покажи мне свой товар. Ну че, какой, блин, проныра. Так, что у тебя? Так у тебя хлам один, у тебя говна куча, а не товар. Что это? Дисглайер, уровень 12. Нахуй мне надо сейчас, если у меня уровень 1. Кавирский кортик, какая-то херня. Чертежи всякие, опять этих сварогов, стребогов, хуёгов, олова. Понятно. Так, тогда я предлагаю нам совершить сделку, просто я тебе буду продавать все. Просто вот так вот, просто вот все просто. О, держи, держи. Перчатки тоже держи, это держи. Малый камень, да? Малые камни, надо вообще от них избавляться, нафига они нам надо? От них толку просто вот ноль. Малый гриф Арда, малый глиф Игни. Ну, это пускай пока побудет. У нас тут еще были топоры, по-моему, нет? Если я не ошибаюсь, где-то были. А где они были? В хламе, что ли? Где хлам?
Не туда. О, ожерелье, фига, с янтарями. Можно очень дорого продать или разобрать на составные части, но я его лучше очень дорого продам. Ключ с темерскими лилиями, лучше его разберу на что-нибудь. А где же этот топор? А, топор мы, походу, разобрали уже. Топор мы на что-то разбирали, я помню. Все. Ну тогда, в принципе, как бы и хорош. У него больше купить особо нечего. Вот это что? Это дисглаир. Погодь, дисглаир. Обычный предмет, это серебряный меч. 109 урона, плюс 9 к нашему. Ну, короче, он у нас пока и так урона нормально. А тратит на него 257 крон, как-то особо не улыбается мне. Потому пусть пока будет лучше так. А что там нам, кстати, надо для того, чтобы сделать картечь, а? Ремесло. Ну, стоп, картечь. Это не тут. Это не тут, это мы сами, по-моему, такое делаем. Это, по-моему, в алхимии такое есть. А ну, стой. А, бывай. Бывай. А ну-ка, смотрим. Так. Картечь, картечь, картечь. Во. Нам надо кальций экуум. Это, кстати, можно купить у этой травницы Тамиры, насколько я знаю. Ну, какой она травница, она же должна барыжить всякими травками, правильно? Значит, вот это, скорее всего, будет у нее. А селитра, а селитру, скорее всего, продает этот хер. Правда, что-то я, походу, такого у него не видел. Ну, стой, еще раз. Шпионить или по делу? Сандрал, я же тебе уже сказал, что мне просто интересно. Покажи мне свой товар. Шпионить. Сам ты шпион. Селитра у тебя есть? Нету? Серебро. Селитру давай, нахер мне твое серебро. Короче, нет у него нифига. Ладно, пошли вон отсюда. Бывай. Будем искать селитру и это. Кальций экум. Крестьянин работает, смотрю, на вас тут нильфы, да? Заставляете батрачить. Улучшение доспеха. Используйте специальные верстаки бронника, чтобы на время улучшить доспехи, увеличив параметр броня. Нифиг делать, увеличим. Так, что у вас тут дальше? Это, походу, ваш типа задворок, там, где вы хаваете, да? Понятно. Кто хавает, кто тренируется. Ну что, молодцы, ребята. Респект. А что у вас в бочке? Короче, походу, не, бочку я лучше трогать не буду, потому что мне кажется, сейчас опять как выскочат на меня, как побегут. Скажут, какого хера ты, блин, воруешь нас опять? Да сколько заебал уже мозг, сколько можно-то, ну? Дайте хоть лепестки белого мирта сорвать. Оружие наточить. Настоящий ведьмак. Че ты материшься? Хорош. Моя твоя не понимает. О, тут еще есть у нас лестница. Куда-то наверх. А куда она ведет? А, у вас тут типа наблюдательный пункт. А интересно, отсюда видно белый сад? Что-то, походу, не видать. Не, херово видно. А что у вас тут? Нифига. Так, что ты тут стал? Ну, ну же. Пройди, ну же, ну же. Сам ну же. Стал, стоит, блин. Обходи его, блин, жирный. Так. А что вот тут? С этой стороны у нас интересно. Какой-то склад, типа, да? Склад с припасами. А ну, дверь закрывайся, дверь закрывайся, дверь закрывайся. Хорошо, молодец. А ну, стоп. Оп. Что у вас еще тут есть? Фу, блядь, пустая бутылка. Зерна куча. Нормально, я зашел, чтобы своровать тупо пустую бутылку. Это надо до такого дожиться, стать таким отпетым бомжом, чтобы воровать сраные пустые бутылки. Нильфгардский медик, Петик. У тебя может что-нибудь украсть, нет? Ты на меня срываться не будешь, как эти чмыри солдаты? У тебя можно украсть только грибы-шибальцы. Больше ничего. Ладно, и на том спасибо. А что тут? Как-то что-то ведет куда-то вниз. А там нифига нет вроде. А там нифига нет. Значит, нам без надобности сюда идти. А что ты, Геральт, ну... Забеги. Хорошо. Так, что у вас еще тут есть? Кому там уже якорь в жопу засунули? Что такие крики? Да не кричи, как будто тебя убивают. Ты ж целый, ну подумаешь, там крови чуть-чуть пролил. Клейм, шайс, шайс. Они реально как немцы какие-то, шайс там что-то. Знакомые такие вот диалекты. Так.
Руки опустил. А батраки работают. Как же иначе-то? Чего у вас там наверху? Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? А подмываются раз в полгода. Ну, ваши женщины и некоторые тоже так делают, так что... Все нормально, чувак. Че, ты что, рыгаешь, что ли? А какого хера ты блюешь тут? Фу, блядь, ты куда блюешь? Сука, а ну подожди. Успокойся, блядь, я расстроил стражу. Ну, хоть не рыгай. Я думал его ардом, слышишь, столкнуть туда вниз. Но это было бы тогда полная жесть. Они бы тогда все сорвались на меня, побежали меня лупить. Мне пришлось бы снова уносить отсюда ноги, поэтому я лучше сразу унесу. Ну их нафиг всех. Ну их всех нафиг, жрец, отойди, блядь. Из-за тебя чуть в столб не впилялся. Все, я пошел. Мне, короче, теперь самое главное, надо спросить охотника, где он нашел тела. И спросить травницу, где растет крушина. А крушина, по-моему, мы уже срывали. А крушина это такая трава, которая растет под водой. А мы под водой уже плавали, знаем. А ну стоп, во. Вот это вот травница, да? Или нет? А, травница, по-моему, живет где-то вот тут. Вот это, походу, ее домик. Но я не могу туда попасть по той простой причине, что... ну, короче, я-то могу попасть, но нету маркера. По той простой причине, что, короче, я же уже крушину-то нашел. Поэтому спрашивать у травницы бесполезно. Что такое? Быстрый переход. С помощью дорожных указателей вы можете быстро перемещаться из одной локации в другую. Подойдите к дорожному указателю и нажмите Е. Окей. Тут, короче, можно просто вот так вот подойти и... Новая отметка лесопилка, да? А что за лесопилка? Где лесопилка? Это же не Нильфгаардский гарнизон. Какая лесопилка нахрен? А, вот тут... Лесопилка. Белый сад славится не только замечательными фруктами, но и отличной древесиной, которую заготавливают в лисьем бору и используют для производства мебели. Не, в лесопилку я лучше так, на своих двоих дойду. Там он еще какое-то место интереса, доступное задание побочное, так что лучше я пойду, доберусь туда своим ходом. Кстати говоря, где моя плотва? А плотва здесь, оказывается, все время была. В режиме инвиза. Пошли, плотва. У нас там с тобой одно заданице. Надо взять. Император поведет нас прямо на Новиград. Прямо на Новиград. Хорошо, ребята. Я же не против, пускай ведет. Там он утопцы. Ну, утопцы пока ладно, по боку на утопцев. С ними мы еще успеем поговорить. Смотри, какая разруха везде. Все. Одна сплошная разруха. Какое-то прям такое заболоченное место. Все нафиг тут затоплено. Так. Где-то по курсу должно быть задание. Где-то вот по этой дороге. Насколько я понимаю. Ну-ка. Ходу, плотва. Вот. Я. Вперед, плотва. А ты кто будешь? Купец-спонсор. О, ты будешь моим спонсором? Нифига. Здорово, купец-спонсор. Что случилось? Чудовище. Чудовище из болот. Говорили мне, что здесь дорога опасная. А я не послушал. И по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы...
Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Ладно, путник. Слышь, а чё ты, путник, так сцышь, если у тебя лук за спиной? Ценный груз задание, да? Где оно у нас? Вот, ценный груз. В Белом саду ведьмак наткнулся на купца, который оказался в совершенно отчаянном положении. Несчастный ехал в лагерь нильфгаардцев с ценным грузом, и когда до цели было совсем недалеко, конь понес и помчался прочь с дороги, прямо в туманные болота, окружавшие гарнизон. Трусливое животное завязло в трясине и вскоре простилось с жизнью по вине чудовища, каковых на болотах всегда предостаточно. Купец, разумеется, боялся вернуться на болото, и поиск товара поручил ведьмаку, пообещав солидное вознаграждение за работу. Ну, ладушки. Если солидное, то хорошо, только я давайте обберу сначала. Еще ни хера нету. Ладно. Плотва, стой здесь, я пока пойду посмотрю. Исследую это место. Где повозка слетела с дороги. А слетела она, скорее всего, где-то на этом месте. Где-то тут. Ну-ка, смотрим. Вот. Следы повозки. Она заехала в болото. Хорошо. Теперь найдем саму повозку. Повозка, алло! Что тут можно взять? Алхимический порошок? Лишним не бывает. Так. Повозка, скорее всего, где-то здесь. Вербена? Смотри, я уже знаю. Познания в травах уже постепенно повышаются, прокачиваются. А это ласточкина трава. Вот сто пудов. Я же говорил. Тихо, что такое? А, это улей, смотри. Улей с пчелами. Прикол. Так, повозка, повозка. Вот она. А вот и повозка. Найти коробочку с ценным грузом. Коробочка с ценным грузом. Ладно, подожди, а что это такое тут? Алмазная пыль, цветы какие-то ввез. Твоя сивка дохлая лежит. Стоп, а почему в сивке торчит стрела? Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Ты же говоришь, типа, конь понесся куда-то. Повозка, утыканная стрелами. Типа чудовище какое-то там потом напало. Откуда тогда взяться стрелам? Здесь. Стрела. Об этом он не упоминал. Вот-вот. Чё ты, парень, темнишь? Чё-то ты очень темнишь. А это кто? Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Да он врет! Он пиздит, что дышит. Серьезно тебе говорю. Он, короче, походу сам напал на повозку, а он, видишь, там кто-то еще лежит. Он, походу, напал на эту повозку и... Тут что-то есть, тихо. Так и там что-то есть. А ну, сундучок с товаром, вот оно. Должно быть, он об этой коробке говорил. Должно быть. Кровью. Человеческой. Человеческой кровью. Вернуть ценный груз купцу. Купец ли он еще? Вот что непонятно. Давайте вернем. Давайте пока пойдем сюда и потом сюда. Пока мы находимся рядом с этими местами интереса. А вот что там за чувак такой лежит? Ну подожди. Это нильф, по-моему, нет? Что-то похоже на солдата нильфгаардского гарнизона. Трупоеды. Тихо. А у нас уже есть масло. Разговор будет короткий. Проваливай отсюда. Опа. Держи, держи, держи. Красавчик, Геральт. Просто, мать твою, красавчик. Кстати говоря, что... какое характерное отличие масел в этой части Ведьмака? Так это то... что когда ты мажешь свой меч маслами, то масло расходуется после какого-то определенного количества ударов этого меча. То есть вот тут, вот видите, сила атаки против трупоедов
15 из 20. Получается, 5 ударов мы сделали, осталось еще 15. Через 20 ударов действие масла закончится, и можно будет снова его мазать на меч. К счастью, масла у нас бесконечны. Если ты его раз создал, то оно потом уже не заканчивается. Облако газа на болотах ядовиты. Будьте осторожны. Короче, нас травит газовое облако. Пошли отсюда быстро. Тихо. Утопец. Шел вон. Зараза, а? Убирайся. Ой, сейчас будет взрыв. А, красота просто. Вообще шикардос. Ух. Так. Где твои кишки? Давай сюда все. Все сгребаем. Все пригодится. Нам надо вот туда. К месту интереса. Берберка. Какие-то прямо топи здесь. Целые болота. Вон там что-то есть. А что там есть? Тихонько. Сокровища под охраной. Кто их охраняет? Это уже интересно. Спокойно. Спокойно. И кто здесь? Так никого же нет. Кроны, арены. Ну и как бы все. Хорошо. Охрана, скорее всего, вот эта. Только охрану кто-то уже перебил и сокровища не забрал. Ну, я забрал. Я умнее. Теперь. Нам еще вот сюда, а потом пойдем вот так. Сейчас теперь в этом направлении пойдем. Посмотрим, что там нас ожидает интересного. Ценного, возможно, даже. О, смотри, там, по-моему, какие-то люди дерутся с волками. А что это за люди там? А, это бандиты. Это лагерь бандитов. Попробую. О, красавчик. Просто красавчик. Это я и хотел. Дезертиры. Опять дезертиры. Сплошные, мать твою, дезертиры. Хорош парировать, урод. Бляха. Ты мне сейчас за это ответишь. Кто это стрелял? Кто стрелял, мать твою? Иди сюда. Хорошо. Ух, красава. Че, все, да? Так, это несложно. Это, скорее всего, нам просто волки помогли, они же там сражались. О, олень пришел покушать мясо. Олень, тут на всех хватит. Подходи, накрыто. Стол накрыт. А, волки, походу, их добили уже. А я просто доделал дело. Смотри, они даже крестьянина поймали и посадили в клетку. Какой вандализм просто, какое вот неуважение к людям. К человеческой жизни, офигеть. У тебя что-нибудь есть взять, нету? Хорошо. Сиди тогда. Так, вырванная страница отвара из катакана. Отвар из катакана. Что это за отвар такой? Надо посмотреть. Катаканы — это вампиры. Вот. Увеличивает шанс критического удара. Это хороший отварчик. У нас даже есть все ингредиенты, только нету мутагена из катакана. Потому что катакана мы пока еще не встречали. Но это потом. Встретим позже по игре. Главное не забыть об эликсире. Охотничьи штаны, чимерица, арены. Тоже охотничьи штаны всякие валяются. Так, позабираем пока все, что тут можно забрать. Собачий сал. Нифига себе, сколько тут трупов. Вареник опять. Сколько здесь тупо трупаков на карте? А там он варк. Эй, волчара, иди сюда. Пойди-ка сюда. Будь добр. Будь добр, как бобр. На. Да иди сюда, говорю. Все, до свидос. Распетляли. Чё-то какие-то все легкие стали. Или это сегодня серия такая просто удачная, просто нам везет. Или может мы правда уже поднакачались, прокачались. Хотя ж первый левел только еще как бы. А, это зайчики. Это волки просто охотились здесь на зайцев. Вон там кого-то уже сожрали. Смотри, волк бегает и жрет всех. Нормальный такой волк. А Геральт бегает и подбирает за ними. Хорошо, волк, спасибо, что нажрал. Добыча моя.
Добыча того, кто сильнее. Кто увидел, тот и взял. Так, а тут у нас что? Тихо. Вот. Сырое мясо. Хорош. Смотри, там еще кого-то сожрали опять. Опять сырое мясо. Да сколько тут всего? Одни трупы. Ну-ка, здесь что? Зайчик. Красота. На, под березой что? Зайчик. Сырое мясо. Так. Хорош. А здесь что? Зайчик. Опять сырое мясо. Да бляха-муха, волки. Спасибо вам от души, честно. Тут олени, походу, уже. Короче, мы сегодня просто с вами бегаем и собираем трупы. Красавцы. Вот просто, мать ее, красавцы. Ладно, сейчас вот это последние эти соберем, которые вот тут у нас по карте еще две штуки осталось. И пойдем к этому, к торговцу-спонсору сдавать квест. А то что-то спонсор там не договаривает. Мы хотим узнать, что именно он не договаривает. Что-то он вообще странный какой-то этот спонсор. Спонсор, который может быть совершенно не спонсор. Сейчас мы это узнаем наверняка. Кто же он такой? Спонсор или говна кусок? Плотва, го сюда. Ну погнали. Хоп. Алей, хоп. А вот и он. Придержи. А подожди, откуда у тебя лошадь взялась? Спонсор, слышь? Откуда у тебя конь здесь? Плотва, не хочешь познакомиться? Плотва. Привет, Плотва. Конь, привет. Это Плотва. У вас сегодня будет свидание. А я пойду поговорю пока со спонсором. Сохраночка. Ну, здоров. О, так что? Нашелся сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. В этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. А-а-а! Вот оно что! Конь! Неужели ты Плотву предашь? Вы же уже познакомились как бы. Вы должны вместе уже решать все дела. Вы должны объединиться против этого лже-спонсора и дать ему люлей вместе со мной. Куда пошел? Щеманул, сука. Плотва за ним. Быстро. На! Ах ты мразь. Ну погоди. Слышь, что? Ты куда это щеманул от меня? Ну и сюда иди. Купец, мать твою, бляха, спонсор. Сейчас я, блядь, твой зад так проспонсирую, сука. Куда ты, блядь, и... А-а-а! Чё ты кричишь, как дурак? Какой тфу! На, сука! Понял, блядь! Спонсор! Надо его привести в чувство. Так врежем пару раз. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер, 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства, нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. А хер тебя знает, может, ты вор. Я тебя отпущу, но лекарство оставлю себе. Нильфгард вас все равно найдет и перебьет. Зачем лекарством зря пропадать? Ого. Подавись. Не подавлюсь, не дождешься. Забирай своего коня и вали отсюда нахер, сука. И Плотву не трожь. Вчера я Плотву воданул, падла. Все. А, это я только вот эту ласточку, эту траву у него отжал. Цветы какие-то отжал, сраные. Так надо было отдать ему цветы. Ну и пошел он в жопу, короче. Так. Теперь, короче, нам надо идти к травнице, я так понимаю. Сейчас по дороге у нас травница.
Тут у нас также есть какая-то лесопилка вот здесь. Давайте посмотрим на эту местность в следующей серии, а дальше уже пойдем к, собственно, охотнику. Спросим у этого Мыслова о Грифоне, где он его видел, там чё, как он там этих людей задрал. И будем уже подбираться к Грифону, и надо будет подбираться еще непосредственно к лиху у колодца тоже. Потому это все в следующих сериях, а пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган и Геральт из Ривии. Всем удачи, до новых встреч, не доверяйте лживым спонсорам. Всем пока-пока. Плотва, не так быстро. Не так быстро, плотва. Пока.